Спасибо вам. А можно вас в гости пригласить? Куда? На программу. У нас каждое воскресенье программы проходят. А, возьмите, ну, давайте, визитку. Давайте. А где? Это Автокрасовский бульвар 22. Это 18-я маршрутка от рынка, от этого. Далековато. Ага. Ну, и остановка Гурман называется. Там есть номер телефона на визитке, вы можете позвонить. Там, где там? А там многоэтажный, на остановке вы уходите, многоэтажный дом со стороны дороги, с левой стороны под балконами дверь. Она там одна, вот туда. Ну, там есть номер, если забудете, звоните. Там каждого в 12 часов по воскресенье. Можно в час-два приходить. Добрый, подумаем. Приходите. Харе Кришна. Антон Прабу, вы будете петь? Да. Минимум, минимум, я бы на Абхаз. Я тогда Антону Прабу сказал, минимум хотя бы, ну, Харинаму, Шутханаму, ну, хотя бы на Абхаз, и дети подбежали, помните, человек 20. Я тогда оставлю, если Антон взял, я тогда оставлю. Да,
Если что, на воскреску возьмите, ладно? Тогда. А я тогда Диме тогда потом на стрельбу. Да, да, точно, Диме всегда можно, кстати. Я хотела спросить, они всегда давайте, я там больше засвежала половину. А еще попою с пылом, да? Верхушку. Я вам принесу на следующую харинаму. Вы померяете и скажете, как. Ну, хорошо. И потом, получится, вы померяете, и вы будете на воскреске аж на... Ну... Да хочу быть. А нет, стоп, это же будет 25-е только. Еще 2 недели. Сейчас. Так а сколько надо денег за эти нитки? Или вообще, я не пойму. Ну, пряжу я купила за 125, но она же не вся уйдет. Кстати, вы там хоть хорошо. Вот, получается, четверг я вам принесу. Следующий четверг? Да, почти. А, нет, в принципе, я могу на вот эту воскреску принести, а вы мне туда на харинами следующий, если она будет. Да мне надо померить ногопало этот самый... Высоту или что померить надо, я не пойму. Вверх саму вот эту как кофточка. А. Там же вверх идет как кофточка, майка. Ну да, вот да. И юбка. Юбка то не проблема. Ага. Мне главное, чтобы вы померили именно в объеме как. Ага. Я просто вам принесу, чтобы я, ну, не обрезала все это. Я вам принесу сразу с этим вот клубком. Вы померяете. Ага. Если будет нормально, то я буду дальше менять. Если будет маленькая, ну вы мне скажете, я переделаю, сделаю побольше. Может, аж уширить, да, будет потом. Ну, мне придется полностью распускать. А, так можно, да? Я же просто не умею шить. А, хорошо. Так, а сколько денег вам надо, блин, я не пойму. А, потом скажете, да? Спасибо вам. Харе Кришна. В прошлый раз Антон не смог в это петь. Шримати Бхакти.